считаю, что это новый шаг в искусстве. Это просто прорыв. И, честно говоря, я абсолютно счастлив, что я сегодня был на этом концерте. На самом деле на украинской сцене я ничего подобного не видел. Ну, в том плане, что не потому, что я типа на камеру работаю, а в том плане, что я, то, что я смотрю, есть как какие-то... продюсер. Да, как продюсер. Очень классно для Украины, это большой прорыв, я считаю, и если бы тут не было, ну, такая маленькая сцена и вот этот антураж, они бы выступали на большой сцене, я бы ни за что не поверила, что это украинская группа, потому что, ну, очень, очень уровень, какая-то британская группа, ну, какая угодно, но для Украины, я считаю, это гордость. Да, как ты, Наташа, говорила, ВКонтакте они дольше 3 минут продерживаются. Они не выключаются, и серьезно, до конца, вот пока все треки не дойдут, вот, не выключишь ни за что, серьезно. По несколько раз это по-любому. Серьезно. Перспективная группа в нашей стране, так думаю. Это мой будущий муж. Будущий муж Секси Мексик? Нет. Саш. Саша? Саша Филоненко. Очень нежно. Позитивно. К сожалению, мы немного задержались, но свое мнение о группе сложили. Ну, понравилось, да. Которая у меня в руке, да, это настоящая кассета. Когда-то с них слушали музыку, это было очень даже актуально. Суть не в этом. Суть в том, что и кассету эту я взяла не просто так. Сегодня презентация клипа и концерт сольный группы Tape Flakes. А это интересно, переводится как кассетные хлопья, поэтому в тему. Привет. Привет. Это Филоша. Это Саша Филоненко, он же. Это супер фронтмен группы Tape Flakes. Чувак, смотри, у меня есть вот для тебя. Класс, вот. Вообще. Это кассета, но... Еврастар, Еврастар. Но это я все, что Мадонна. У меня было. Это классно, спасибо большое. Это говорит о том, что музыка, она вневременна. Безусловно, ваша безусловно. Ваша музыка тоже, я так спасибо говорю. Большое. Давайте найдем остальную часть. Давайте, вот Секси Мексика. Это Секси привет. Мексика. Это гитарист. Гитарист выше, этой вышеупомянутой группы. Да. Все да, очень ну, сложно. Клип безумно крутой. Бегаете вы офигенно. Валентин оказался супер вообще. Типа. Ну, я оказался просто самым... Самым розовым. Да, к тому же... Валентин еще самый фотогеничный, как по мне. Я бы его просто... Был бы я режиссером, я бы его снимал в суперкино. Про гангстеров, про бандитов. Ребята, ну, группа называется «Кассетные хлопья».
И теперь банальный вопрос, почему? Дело в том, что это название, оно отображает как бы то, что было время, когда музыка требовала высочайшего уровня профессионализма от всех, кто ее делает. Сейчас это время прошло, сейчас больше некачественного материала. Мы хотим подчеркнуть то, что нужно стараться очень сильно вообще. Чем бы ты ни делал вообще, играл музыку, лепил пельмени. Валентин, вот ты как гитарист и как, так сказать, вообще, ну, второе лицо группы, типа, Секси Мексика, это... Второе. У нас два лица. Два лица у группы. Скажи мне, вот твоя, ты как профессиональный музыкант, твоя какая-то гитарная роль в этой группе, как ты ее оцениваешь? Я не знаю, я, честно говоря, отдал бы всю славу вот этому человеку. Я, честно говоря, я пишу музыку, но я не считаю, что это я, это происходит само по себе. Мне дана такая возможность, спасибо, там, я не знаю, кому-нибудь, Господу Богу, Аллаху, там, Кришне, или я не знаю, как это называется. Это круто. Вообще, а как вы собрались? Ну, вот... А вот так вот и собрались, совершенно случайно. Я давно знаю Валика, мы с ним давно хотели что-то сделать. Секси Мексика, он же. Что сделать, было долго непонятно, потом я написал пару песен, мы решили их попробовать сыграть. Нашлись еще ребята, очень талантливые, крутые музыканты, мне чертовски повезло. Ну, на самом деле они круче, чем я все, честно, потому, ну, как музыканты. Привет. Мишаня, он крутой. Чувак, я вот ребят спросила уже вот по поводу Tape Flake, все дела, твоя роль в этом проекте, то есть кроме как то, что ты играешь на барабанах. Я еще вдохновляю всех. Ты муза и самый красивый. Да. Хорошо, а можно еще одно? А вот ваш ассоциативный ряд, вот Tape Flake это... Это секс. Это когда что-то смешивается в блендере, как у меня, такое мороженое. Это просто скомканная пленка и все. Все помнят зажеванную пленку в магнитофонах. Это клевая музычка. Музончик, чисто. А вот про зажеванную пленку магнитофона мой подарок. Вы можете типа на камеру? Нет. Подарок, сейчас. Ты уже все провтыкал, мой подарок. Мадонна рулит. Это Мадонна, Саша. Пожуйте для меня. Пожуйте, сейчас.